Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. А ты выйди. Ебай. Привет, брат. Ебай. От души, брат. Здорово. Категорически приветствую. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ебой. Кому здравствуйте, а кому просто ебой. Обе ебты, го тусу. Го. Го тусу, брат. Время пришло, брат, думаешь? Ну. Ну, пришло, значит, пришло. Нет, конечно. Да, слушал я гнойно. Здорово. Да я же тоже сам отвечу. Я тут в Люберцах. В Люберцах, короче, приехал на съемки. И чуть рановато приехал, поэтому надо подождать. Да, угадайте, кого я играть буду. Опасный район. Опасный игрок, опасный район. Да все отлично, все отлично. Смоки заебись. Здрасте. Кепка не идет, не идет. В Одинцово? Не, я в Люберцах, брат. А я не смотрел последний батл, что-то как-то. Я отдыхаю сейчас. А, вообще фильм тут какой-то будет. Вот. Все началось с того, что они хотели этот трек про Леху взять на саундтрек или на титры, там хуй его знает. Им очень понравилось всем. А в итоге я говорил им, мы с Грубом туда приехали, я им говорю, типа вот эти главные роли там двух чуваков, говорю, это мы, вам надо нас срочно брать. Ну так, конечно, и взяли, но взяли, вот я сегодня буду первый эпизод сниматься, короче, вот. Ну кого я могу играть? Бандита буду играть. Не знаю. Посмотрим, что будет, короче. А, ну, режиссер вообще очень известный. И как бы, вот. Ну, придет время, я думаю, все скажу. Кто тебя отпиздил, братан? Не знаю. Жизнь меня отпиздила. Грузии привет, брат. Ёпта. Так что да, играть бандит. Зачитай что-нибудь, ебой. Давай лучше ты, брат. Зачитай что-нибудь.
Я на отдыхе, да, лето, блядь, хули. На каникулах. Вон в октябре там новый релиз будет. А, тебя плохо слышно? Ну, блядь, я на отдыхе, что могу сказать? А, короче, ну тут фильм... Фильм известного режиссера, короче, пока не буду говорить, какого, вот, но роль у меня вообще маленькая. Но не в этом дело, как бы, тут это... Меня давно, как бы, кино привлекает, да и, как бы, этот... Я вот снимался в этом шоу весной, и мне дико понравилось, как бы, ты приходишь... Нихуя не делаешь, тебе платят бабки. Вот, и поэтому как бы... тут крутой режиссер, поэтому тут как бы, знаешь, просто грех было самому не поехать сюда. Если честно говоря, ну, даже не платили, я бы, наверное, бесплатно сюда поехал. Там, знаешь, ну, а мне это интересно, надо попрактиковаться побольше, там уже и главную роль, да, мне накинут? В Брянск, братан, это пиздеж. Нет, в Брянске меня не будет. Пока, по крайней мере, короче, тот, кто тебе это сказал, он пиздит. Вот. Так что так. С Джоем не будем. Да, конечно, нет, но он же под продюсером, как бы, ну. И никто его не отпустит, как гной, но он, к сожалению, знаешь, чей-то раб. Ну, Октябрьского, окей, брат, салам тебе, брат. Ну да, да, кто-то должен бандитов играть. Да и тем более, как бы мы с Грубом тут вместе снимаемся. Знаешь, я с Грубом так очень редко вижусь, как бы. И там поехать с ним еще где-то сниматься, это с удовольствием, знаешь. Разъебешь КПСС. Братан, да его любой разъебет, он сдулся. Он не хочет больше батлить, он сдулся. Жги, 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 никого не жди. Привет из Абхазии. Привет, брат. Да, братан, я бы вынес гной, но он сдулся. Знаешь, он сам знает, что он сдулся, и поэтому он, блядь, поэтому не хочет батлить. Вот, может, это из моей команды, может, кто-то там, это, чуваки там уже, блядь, приехали. Надеюсь, блядь, если бы я еще знал, кто мне нужен. А почему он вообще тогда проебал, брат? Ну ты у него лучше спроси, я высказывал свое мнение уже неоднократно, как бы, по этому поводу. Анкеты по кастингам? Не, братан, ты что, прикалываешься? Не, это не мой стиль, бля. Не, я тебе так скажу. Не, да, честно говоря, в детстве я тоже не раскидывал. В детстве меня много звали на всякие эти кастинги тоже. И, ну, и на съемки, как бы. Ну, вот именно в фильме, прям таком большом, первый раз вот сейчас вот. Вот, но ни разу, чтоб там, бля, честно, я даже не знаю, как это делается, бля. Знаешь, это, наверное, надо фоткать, да, как фотомодель, то есть мне надо этот, как бы, портфолио там или что-то. Вот. А встретил МСК в основном, не знаю, летом сейчас вот купаться ездил, вот когда солнышко. Так на студийке. Не знаю, там боксировать люблю, сходить там что-нибудь, не знаю. А вот выбирался к парням на тусы. Не знаю, если они какие-то тусовки выезжают, обычно закрытые, братан, тусовки. Туда тебе не попасть, как. В Люберцах. Я в Люберцах, а в болоте купался, брат, в болоте купался. Как же я без болота, брат? Вот. Не, там довольно-таки чистые, тем более, знаешь, вот это, я когда вчера там был, после грозы-то, сам знаешь, брат.
Сам знаешь, в Москве самые чистые реки. Не, ну надеюсь, во второй половине августа поеду, уже нормально отдохну, наконец, да, нормальное море, бля. А Фрешбат посещаешь? Не, брат, он уже в Питере, я в Москве. За осла и болото ебу разворота, блядь. Зиганщина фотографа скрипом, хуй его знает. Бро, ты в болоте купался, я там живу. Ну пизда-то тебе, братан. Бля, я думал, птаху больше вообще нигде не ждут. Хуй знает. Да, подойду, братан. Как-то вертолетная улица. А вот тут мои, походу, так что этот. Джао-джао. I'm back, baby. Бля, погодка секс есть. Ну что, подойдет? Да подойди. Я-то что, братан, как бы? Не я-то решаю, как бы. Но я на вертолетной улице. Тут, блядь, дом... Хуй знает. А, вон там дом 18, брат. Там дом 18. Главное, только не подходи там пофоткаться или что-то такое хуйню. Обернись. И что там? Ты? Это ты там на лавке сидишь или ты чисто это? Меня подъебал сейчас, брат. Это говорит режиссер, говорит. А, говорит, это наш грабитель. Я говорю, да это я. Пизды дать мне. Ну давай, брат, я тебя жду. Брат, отлично. Убитый, да? Нет, конечно, брат. Мы же против наркотиков. Сам знаешь. Да не было никакой пиздилки с собой, братан. Как бы это ж, ну... Шрайперы. Прикинь, телефон. Ну, если братуха сзади подойдет, Люберецкий чисто телефон это жмет еще. Да, эфир будет вести. Блядь, солнышко-то как выглянуло. Shit, man. А я вот убитый сижу, прет природа. Да все уж поняли, что тебя прет нехило, брат. Ничего, думал, а что там за кем? А, это брат с Нью-Йорка мне привезли. Я ее вообще раз нахуй. Я раз три все одевал, по-моему, для клипа, а для батла еще куда-то. А уезжу из Воронежа. Брат, иду, никуда не иду, я сижу. Я в Люберцах приехал на съемки фильма. А, как поднять настроение, брат? Не знаю. Там, придумал какой-нибудь пранк галимый над какими-нибудь там этими... какими-нибудь идиотами мелкими. Сразу настроение повысится. Фильмец, честно говоря, я не знаю, но вообще меня взяли туда, потому что им понравился мой трек про Лёху, они его хотели взять на титры, типа того. Вот. Подъеду с ними Вайн, брат, но не знаю. Я по Вайнам не очень сильно. А?
Кто слился? Ты. Я просто пораньше приехал и это. И тебе того же, брат. Здорово. Что, нужно решать, как? Здравствуйте. Салют из Владика, ебой. Брат, мы с Окси вообще трек собирались сделать еще году в 2012, по-моему. Просто это... Просто как-то, блядь, не дошло до этого. Спасибо, брат. Как тряпки? Тряпки дома, брат. На съемку чисто. Зачем тебя? Не, меня загримировали там. Ну хотя, что меня гримировать? Я же так красавчик, да? Вот. Не, это... Тут надо подождать, пока стемнеет, потому что нельзя людей похищать, пока светло. Вот. Ну тут как бы... Вон, братуха, главный герой идет, блядь. Ну там еще всякая хуйня. Короче, вы поняли, епт. Вот эту братуху, как его, в охране чешской этом был, по-моему, похищать его был. Брат, я в Люберцах на съемку фильма. Первый большой фильм мой. Ну, в смысле, я тут, конечно, хуйню играю все равно пока. Вот, но, бля, у меня уже тут такие, ебать, надо потянуть в актерскую тусовку. Я такой, ебать. Я говорю, мне нравится приезжать, нихуя не делать, получать бабки. Они такие, ебать. От души, брат. Хабаровск, привет, брат. От души, брат. Так что смотрите, блядь, ждите Обика в Голливуде. Сука. Вот. Да, вот, кстати, в этом фильме мы тут тоже будем сниматься с Грубом. Правда, сегодня он здесь не будет, сегодня сын без него. Но вообще он меня сюда потянул. Ну, типа того, там, он еще братух. Вот. Думаю, что-нибудь запишем с ним обязательно то. Ебой, Куску, респект, брат. Брат, с батлом не знаю пока, честно говоря. Хуй его знает. Вот, были тут на тусе, как бы, вот я даже с букером разговаривал, кстати, ровный парень вообще, до этого общаюсь только, ну, как бы так, привет. Вот, тут, ну, с ним и с Моти, да, с там, ну, как бы, ну, Моти я и так хорошо знаю, как бы, с Букером более-менее парень. Вообще ровный парень, мы как раз обсуждали, что, блядь, не с кем нахуй батлить. И он тоже говорит, блядь, не с кем батлить. И я, типа, блядь, в пизду, пока нахуй буду музыкой заниматься, понимаете? Не знаю, как появится новый хороший соперник, какой-нибудь конфликт, что-нибудь, я не знаю, что-нибудь интересное надо. Вот. От души, брат. Да, брат, и Питеру тоже. Ну да, и там этот новый релиз будет в октябре, называется «Моя среда обитания», короче. Ебой, будет такая грязюща, пиздец. Я знаю, обещал вам чуть по попсоньку выпустить, но это, короче, походу подождет опять.
С птахой башни. Да не, бля, хуй с ним башни. Ему просто ебало набить надо и все. Хуй с ним башни. Киеву привет, брат. Киеву привет. Киеву привет. Такие. Извините, Оби-Ван Кеноби. Можно вас на грим? Можно вас на костюм? Надо и почину, девка. Ну, как бы, это, те, кто были достойны, они просто, хуй знает, они не настоящие батлеры. Ну, гнойный, он, не знаю, ему интересно, блядь, популярным быть, а не батлить. Сколько батлов за спиной вообще прошло, да хуй знает, брат, нормально уже у меня там. Короче, буду отрубаться, у меня батарейка сейчас.